Дорогие друзья, всем большой привет! С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сейчас мы с вами заглянем, что он там решил по поводу вас в ближайшее время, что от него ожидать. Дорогие, он сам ставит преграды и с удовольствием их потом героически преодолевает. Знаете, он любит нравоучать. Он любит, чтобы все было по его, как он сказал. И он себя считает очень высоконравственным, высокодуховным, лучше всех знающим. И тем не менее, не выставляет он личные барьеры. Вот, знаете, ощущение, что он слишком много на себя берет, учит других, допускает к себе людей, думает, что он гуру. И поэтому, значит, ну, его уважают. Но это не всегда так. И иногда он делает сам себе хуже. В его окружении могут быть люди, которые делают вид, но на самом деле его не уважают. А забирает он с вас, забирает он свое время. Ваше общее время, время для любви, время для встреч, время для налаживания ваших отношений. В общем, он такой крутой мужчина, да? И здесь, в принципе, показано, что, может быть, это вы уже готовы были уйти в поисках своего настоящего счастья. Если вы думаете, что этот человек ваш самый что ни на есть настоящий, то все равно здесь хочется уйти, потому что вы чувствуете, что еще немножко, и вы остаетесь у разбитого корыта. Воз и ныне там. А что этот товарищ? Что он? Ну, вы знаете, он философски относится к расставаниям. Он, в принципе, видит в этом некую трансформацию для того, чтобы нужно было обновиться. Вы знаете, он такой вот, не то что даже духовный, ощущение, что он занимается какими-то практиками, он философски относится к жизни. Если вы там, для вас это все, вот то, что происходит с вами в ваших отношениях и прочее, для вас это целый ваш мир, и очень серьезно вы к этому относитесь, то человек, да, тоже серьезно, но только он как-то, знаете, слишком себе на уме, может быть, так. То есть, если вы расстраиваетесь, вы плачете, он на себе волосы рвать не будет. Особенно, если у него лысина. От ума. Ну, в общем-то, из бороды тоже драть ничего не будет. Потому что, вот вы видите, да, что он копит еще свой потенциал, некую свою силу, знает о своих способностях, какие-то гипнотические есть у него. Возможно, очень даже может быть. Есть некое влияние, которое он может оказывать, особенно на женский пол. При этом он в больших ограничениях по здоровью и по энергетике. Может не высыпаться, может вести неправильный образ жизни. Ему это никак не помешает. Что касается, если здесь какое-то обучение, да, что-то вы там должны выучить, осознать, пройти, пока показывают, что не в коня корм. Здесь вы единственное можете надеяться только на равенство в общении, то есть ты мне, я тебе. Это тоже равность. Когда мы говорим зеркалить, ну да, тоже сюда подойдет. Потому что, скорее всего, вы ждете и ожидаете больше, чем он вам дает. И вы сами можете дать больше, чем вы, опять же, от него получите. Давайте сейчас посмотрим его мысли о вас, его чувства к вам. Мысли. Девчонки, ну, он видит вас хозяюшкой. И он больше сейчас, знаете, такие материальные ваши качества оценивает. И держит вас на расстоянии, ну, как бы подруга. Да? Давай дружить. Чувства. В чувствах он, вот видите, тоже
Ты мне подруга, я тебе друг. А действие? А действие – противодействие. Конечно, вы можете ругаться, вы можете выяснять ваши отношения. Вообще, это детский лепет на лужайке. Ощущение, что каких бы он высот не достигнул, какая бы вы ни были умница, красавица, рукодельница, хозяюшка, все сводится, как будто бы вы из детства друг друга знаете, и вы выясняете отношения до сих пор. В песочнице чего-то не поделили, и понеслась. Вообще, хорошо бы, может быть, вы даже друг друга подначиваете, потруниваете друг на другом. Рассказываете о ваших похождениях, что у вас много претендентов на ваше внимание, да, желательно очень аккуратно. Он где-то вас кольнет, вы его где-то увидите с кем-то, или там в соцсетях, или статус он ставит, да, вы думаете, что он с кем-то. Вас он тоже может там где-то мониторить, вы тоже не одна. Вот здесь на это очень похоже, такой формат отношений, что у вас там на самом деле. Неизвестно, но каждый друг от друга ждет какой-то подвох. При этом вы можете и тайно, и страстно друг друга, в друг друга быть влюблены. Но эмоции через край. Вот здесь подглядывание, да, подозрения всякие разные. А, любовь и ревность. Обоюдная. И от этого нам второй раз показывают, что вы до такой степени можете войти в эту экзальтацию, да, от «люблю да ненавижу», что просто взяли и пошли оба искать совсем других себе претендентов на мозгодельство, да, на того, в кого вы можете кидать тапкой и кому можете выносить все, что не попадя. Ну, мозг, конечно же, да. Тем не менее, что ждет в ближайшее время, девочки, вас и его? Значит, у вас здесь встреча, либо новый поклонник, либо этот приходит и мирится с вами, да? Вы его ждете все-таки, даже если вы ушли. А что его ожидает? А его грусть, печаль. Ему нужно выйти из сумрака. Здесь мужчина показывает, что, знаете, он устает. И он присыщается, сам не зная, чего он хочет временами. Здесь дорога есть, здесь большое движение, как бы то ни было. У вас есть совместное путешествие или это совместное развитие. Куда-то, как-то, что-то мы здесь не видим. Даже если вы убрели друг от друга узнавать, что вы самые лучшие друг для друга, да, то есть вы должны друг к другу вернуться. И здесь хорошие перспективы для этого все вам есть показаны, и большая, серьезная дорога. И даже, может быть, вы при большом желании проскочите какие-то еще ерундовые моменты. У меня прямо такое идет. Ну, какая-то ерунда, потому что вы можете большие, серьезные вещи воспринимать и быть друг другу защитой и опорой. А можете просто на ерунде. Ну, так себя повести оба обоюдно, ну, как два дурачка, да? И вот как тот воробей, которого на мякине не проведешь, вот как раз-таки вас, и его можно на мякине провести. Вы очень быстро поддаетесь на провокации. Вы его тоже, кстати, подначиваете, да? То есть здесь это взаимно. Что бы он хотел вам сказать сейчас? Ну, видите, он говорит, что вы отважная героиня его романа. Вы очень цельная, яркая, царица, да, огненная, движуха такая с вами всегда. Вы прям артистка, актриса. Весна, лето, осень, зима, вы разная. Но то, что вы самостоятельная, то, что вы себе на уме, и он вас очень уважает, это он прям очень говорит. И вы очень сексуальная, вы очень такая притягательная. А что вы бы ему хотели сказать? Ну, он скажет, что он никует, не мелит и все время в пожонку уходит, хотя мог бы уже проявиться как и хотя бы рыцарь, да, кубковый. С сердечностью, с примирением, с улучшением отношений, какие бы они у вас ни были. Ну, надо их улучшать, да? Есть такая возможность. А он никует, не мелит. Вот он эмоционально захотел, появился, захотел, пропал.
Вот тут такое, какая-то неясность в нем. Ну, два барана. Два барашка. Я смягчила немножко, да, твердолобых. Вот упрётесь оба. Здесь ваши характеры. И давай, кто кого. Угу. Чем дело-то закончится в ближайшее время? Ну, родственные души, ну что сказать? Помиритесь уже. Пожалейте друг друга. Тут доверять надо научиться. Дорогие, вы родственные люди. Родственные души, кармические души. Старший аркан сейчас совет рекомендации. А вот совет рекомендации. Посмотрите, иногда лучше даже подвиснуть. Не надо ерепениться. И лучше досчитать, как говорят, до 10. Прежде чем ваш мыслительный этот процесс, да, как-то обозначится, вы уже успеете что-то ляпнуть. Вот когда язык борется за независимость от головы, здесь надо как-то за этим последить, проконтролировать. Лучше подвиснуть. Показываю так. Да, иногда из себя состроить, ну, некую жертву. В общем-то, здесь и выйти к чему-то, к какому-то знаменателю или к какому-то открытию для себя. Или из запутанных ситуаций здесь нужно выходить необычным путем. Вот он догматик, он привык так, как привык. Так, как вроде бы надо, так, как кто-то кому-то указал, прописал. Он очень тяжело поддается новому. Сложно перестраивается. А вы гибкая, вы лучше подвиснете, а потом хоп, хей-ла-ла-лей. И вышла так необычно, красиво. Цыганочка с выходом или без выхода. Ну, в общем-то, хочу 3.15 в темпе вальса. Мы уже говорили, хочу ча-ча-ча, станцую на табуретке, на столе, на барной стойке. Вот. А хочу скромница-красавица, да? Вы разные, вот этим вы хороша. Ну, но все-таки вы ему чердачок-то сносите. И это тоже хорошо. Ну, я думаю, да. А как вы думаете, напишите, пожалуйста. Девочки, вы в этом, вы вся. Вы и императрица, вот ваш потенциал. Быть такой непонятный и постоянный. И непостоянный, и очень сильно понятный. То есть, вот, пожалуйста, девочки, его желание, его движение к вам тогда будет обеспечено. Просто-таки сильно. Ну, вот так, я надеюсь, что вам, как обычно, было интересно, полезно. Вы с удовольствием посмотрели и это видео, и подписались на мои каналы, и другие видео посмотрели на другом канале, который называется «Магия, психология, Таро». Девочки, если нет информации под этим видео, значит, смотрите другие. Там точно есть. И есть короткие видео, пожалуйста, есть по вариантам. Можете посмотреть видео, которое было лет 5 назад. Информация для вас будет актуальна. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вся информация есть внизу, вот там, в шапке профиля. Ну и те, кто желают обратиться индивидуально, дорогие, я не таролог. Я практик, парапсихолог. Ну и второй — это мой магический инструмент. Смотрю я экстрасенсорно по фото в каналах яснознания и сновидения. Кому интересно, читайте информацию под видео, берите контакт, но сначала прочитайте, во сколько можно обращаться. Время указано московское, почему-то говорят, ну мы не знаем, какое время, как же, не знаем, где большими буквами написано. Ну вот, в принципе, все. Чем могу, помогу. Дорогие, не устаю вас благодарить за ваши донаты, за вашу поддержку, за ваши комментарии, подписку. Это тоже все поддерживает. Но те, кто отправляют донаты, дорогие, благодарю вас за щедрость вашу, за тепло ваших сердец. И пусть ваш энергопотенциал, ваши финансовые потоки усиливаются, радуют вас, ваших любимых, дают вам возможность самореализации. Ну и быть добру, взаимности вам. До новых встреч. Пока-пока.